Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня 2 января 2017 года. Первый январский влог в этом году будет. И, в общем-то, влог сегодня будет посвящен поездке на даче. Вот такой у меня дачный лук. Резиновые сапоги на всякий случай я одела, потому что сегодня резко должно потеплеть, и весь оставшийся снег потает. Ну, моя вот излюбленная уже шапочка из фикс-прайса, пуховичок. И вот, кстати, я взяла с собой соком и с водой стаканчики с фикс-прайсом. Снимала я такая в лифте, и тут кто-то решил зайти в него. Пришлось мне закруглиться. Можно чуть потише? В общем, мы отправляемся сейчас на дачу. Ну, пару, может быть, кадров Краснодара я вам покажу. Ну, вот такая сейчас у нас зима. В принципе, вот это типичная зима для Краснодара, когда снега практически нет, зеленая трава. Вот это для нас естественное состояние. И поэтому, я думаю, большинство жителей Краснодара чувствуют себя неуютно, когда этот самый снег выпадает и ударяют морозы. Мы любим обычно, когда вот такая погода, еще плюс 15 зимой. Вот это вообще самое то, что надо, по кайфу. Сейчас около нуля. Ну, в течение дня будет теплеть, остатки снега к вечеру вообще растают. Вот мы и доехали. Дача у нас недалеко от дома. В принципе, выходной день минут 15 от силы. Она, в общем-то, в черте города находится. Но вот видите, за спиной у меня, можете видеть, снег. Хоть она и в черте города, но так как это дача, здесь немножко холоднее, чем в городе. Ну, видно, не разогретый асфальт, небольшого потока машин здесь нет, поэтому снег здесь еще остался. Такой легкий антураж зимы. Но зато вот там, где газончик у нас за спиной, вот там зеленая травка. Немножко помёрзшая. Ну, конечно, вот это домик наш. Вот такой он у нас из бруса. Все деревья лысые. Зимой, конечно, классно. Но все такое голое, все просвечивается. Летом, когда все в зелени, ты как бы находишься в таком, да, каком-то, не знаю, как в лесу зеленом. Сейчас соседи там стоят, а мне уже стыдно снимать. Как-то стрёмно. Себя на камеру скажут, что за странная тёточка. Это моя помёрзшая клумба. Это засохшие дубки. Не знаю, может, их надо обрезать. Сейчас, может, возьму секатор, пообрезаю немножко. Зато вот видите, какой-то типа можжевельника, наверное, он хорошо так разросся. И вот еще тоже из хвойных. Такой стелящийся. Даже не знаю, что это. Туя, можжевельник. Не можжевельник. Да нет, все-таки это как елочка какая-то. Ой, у нас елочка, кажется, есть. И сегодня мой муж принес два таких маленьких побега сосны. Мы будем их высаживать здесь где-нибудь. А это наша альпийская горка. Вот это засохшая лаванда. Ну и есть какие-то, знаете, тут, по-моему, флокс и тимьян. Они, кстати, еще даже зелененькие остаются. Наверное, они вечно зеленые. Это засохшая спирея.
Вот это Калина. В этом году уродилась, наверное, потому что было много дождей, и она хорошо поливалась в течение года. В общем, мой муж потихонечку рвет, его мама ее сахаром закручивает. А еще у нас на даче живет большущий алабай. Это наша третья собака. Она здесь работает сторожем, и пока нас нет, она все охраняет. Вот сейчас она ко мне, когда поближе подбежит, я ее сниму и покажу вам. В общем, алабай — это мужа собака. Еще ту свадьбу она покупал, моя болонка, и наша совместная — это чихуахуа и кошка. В общем, вот такие мы собачатники встретились, и теперь у нас целых 3 собаки. В общем, я так всегда мечтала о собаке, и вот на тебе, получай, аж 3 у меня теперь их целых. О, побежала. Вон она. В общем, большущая собака, мне с ней трудно справляться. Олма. Серьезная морда такая. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не прыгай только на меня. Не прыгай. Я бы хотела с вами вообще, друзья, обсудить, как вы относитесь к дачам. Нравится ли вам на даче, отдыхать на даче? Я могу откровенно сказать, мне не нравится. У нас дача в таком состоянии, которое требует постоянно какой-то на ней работы. То есть тут надо что-то вывозить, что-то копать, пересаживать. Ну, в общем, она не в таком состоянии чисто для отдыха. Вы знаете, я когда со своим мужем только начала встречаться, я честно, целый год у меня был такой энтузиазм. Я приезжала здесь и ему активно помогала. Но вот уже прошел год, а потом я приезжаю, и я вижу, что вроде помогаешь, а ничего, что-то не меняется на даче. Все в таком же запущенном виде остается, и я перестала приезжать. Сейчас я по большому счету здесь появляюсь 2-3-4 раза в год. Может быть, иногда уже совсем там острое желание пожарить шашлыки возникает у меня. Я считаю, что дача – это для тех, у кого куча свободного времени, то есть для пенсионеров. То есть им не надо ходить на работу, у них куча времени, они могут приезжать и полностью себя посвящать работе на даче. Я считаю, когда ты 5 дней в неделю работаешь, а мой муж работает по 12 часов, еще и ехать в субботу и воскресенье обязательно на дачу здесь присутствует. Это вообще уже, конечно, каторга. Ну и я, соответственно, тоже не хочу этим заниматься. Вот, интересно послушать ваше мнение, как вы относитесь к даче и молодые люди, скажем так, не дача им пенсионеры, а дача и молодые, и молодость. Совместимы ли два эти понятия, работа на даче и молодость, или нет? Ну, а в принципе, на будущее, в перспективе, я бы, конечно, хотела жить в собственном доме. Я, не знаю, я себя называю каким-то таким начальной стадии социопатом. Я не люблю соседей, мне тяжко жить в многоквартирном доме, когда ты вынужден в лифте с кем-то постоянно там спускаться, здороваться, там иногда приходится общаться, мне это тяжело. Все-таки, когда у тебя дом, у тебя количество соседей гораздо сокращено, то есть это 1, 2, 3 там пока. Если у тебя там твой двор обнесен забором, в принципе, таким непросвечивающимся, ты, в общем-то, и не обязан ни с кем общаться. Наверное, бы на будущее я бы хотела здесь жить, но до этого так далеко, очень далеко. Все-таки, если вы, например, совет дам, если вы планируете строительство дома для жизни, покупайте голый участок, не покупайте старую дачу. У вас уйдет столько сил на то, чтобы все здесь снести, выкопать, выкорчевать и очистить участок, что вы просто себе не представляете. И у вас должно быть очень много денег, чтобы кого-то сюда завести, бригаду таджиков, которые бы это все сделали. Потому что своими силами это просто нереально сделать. Поэтому покупайте голый участок, купите там, чтобы ничего там не было, и уже сажайте все сами, что вы хотите, как вы хотите, в каком месте вы хотите. В общем, вот такой совет жизненный. Вообще, дача — это все-таки хорошо. Вам не нужно искать место, там, выезжать в леса, в поля, в луга, на реки, чтобы там пожарить шашлык, подышать воздухом. Вы выехали недалеко от вашей квартиры, от вашего дома непосредственно, где вы живете, и бац, вы уже практически на природе. Поэтому все-таки дача хорошо, но к даче, к ее обустройству надо подходить с умом. Потому что если вы подойдете вообще как, то потом, разгребая всякие проблемы, созданные до этого, в общем-то, у вас уйдет это очень много сил. Не забывайте об этом. Все планируйте, все делайте с умом. Отдых на даче вам был в радость.
Поехали. Мы сажаем сосны. Ну, такие малютки сосенки. Два побега у нас. Будем надеяться, что они приживутся. Ой, ну что-то ты как-то и глубоко поднять надо, наверное. Какая-то земля здесь глинистая, что ли. Ты встань, может быть, стой, удобно будет. Ну все, одна сосенка готова. Вот такая вот крохотулька. Вот сейчас будем ее еще сажать. Ну давай. Вот здесь? Угу. Сосенка это такая малютка. Она, знаете, она, наверное, сантиметра 3 в высоту. Видите, пол моих пальцев. Мы будем надеяться, что приживется. Земля сейчас хорошая, рыхлая, влажная. Сосна писунская. Не будем говорить, какая сосна. Ну, тут вообще шикарный чернозем, так что надеюсь, ей здесь будет хорошо. Такая малюсенькая сейчас еще потеряется среди травы. Надо ее будет огородить, чтобы не затоптать случайно. Совсем крошка сосенка. Ну все. Крошка уже готова. Вот ее новое место жительства. Приживайся, крошка. Вот такой домик у нас. Из бруса. Муж мой фанат деревянных домов. Может быть, где-то в более северных регионах это естественно, но у нас еще пока нет. У нас все-таки люди привыкли как бы из камня, из кирпича строить. Ну вот мой муж захотел вот такой деревянный домик себе. Видите, собака наша. Собака-охраняка. Олма. Вот она какая красавица. Вот, я и Олма. Олма, ты тоже не любишь фоткаться, да? Тоже не любишь? Как и твои подружки мелкие. Какие-то у меня собаки все найти. Не фотомодели. Олма. О. Вот она, я скажу, большущая, такая здоровенная. Вот красотка наша. Ну все, мы все сделали, что хотели. Собаку проведали, покормили.
даже не знаю, что воздухом подышали. Сосенки маленькие мы посадили. И отправляемся мы домой теперь отдыхать. Доедать салаты с первого числа, которые остались. Ой, а где наши дома-то? Вот где-то здесь, вот где-то там, вот мы живем. То есть, в принципе, мы сейчас выехали, вот только-только с дачи выехали, и вот тут рукой подать до нашего дома. Но, к сожалению, приходится объезжать, потому что по прямой не получится доехать. Ну, на сегодня я заканчиваю свой дачный январский влог. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал Simply Angel. Спасибо, что вы были со мной. Всем пока-пока и чмоки-чмоки.